Итак, что у нас сейчас происходит? Мы это называем персональная консультация по ключевым параметрам здоровья. Состоит она из трех шагов. Первый шаг – это как раз измерение с помощью вот таких весов Кейто. Эти весы, они измеряют следующие показатели – рост, вес, индекс жировой массы тела, давление. И, наверное, самый такой для нас основной и ключевой параметр – это индекс жировой массы тела, который показывает, есть ли переизбыток или недостаток в жировой массе. То есть уже для нас, ну, скажем так, сигнал – нужно что-то нам делать, да, куда-то идти, стремиться дальше, либо нет. Они сейчас происходит измерение давления как раз. После этого у нас пойдет второй шаг. Это то, что мы разработали совместно с Институтом питания РАМ. Это диагностика вашего рациона питания. В первую очередь мы с вами видим ваш вес, рост. Здесь есть рекомендации. То есть изначально вы спросили, сколько вам лет, по-моему, сказали 33. И Кито, он как раз рассматривает параметры в согласии с вашим возрастом. То есть здесь мы видим, что ваш вес 57,4, при норме 74,5, то есть до 74,5. То есть сейчас что делает консультант? Дальше. Он конкретно демонстрирует нашему клиенту, какие у него получились показатели реальные, и сравнивает их с теми нормами, которые существуют. Следующий шаг в данной оценке – это оценка рациона питания. То есть все те, скажем так, параметры, которые мы измерили с помощью Кейто, мы вводим в профиль данного клиента, данного человека. Соответственно, это рост, это вес, это как раз вот тот самый процент жировой массы тела, это обязательный параметр. Дальше мы определяем тип телосложения данного конкретного клиента. И затем задаем ему, скажем так, ряд вопросов относительно его образа жизни, потому что нужно многие факторы учитывать, такие как внешняя окружающая среда, возможно, какие-то, скажем так, вредные факторы, которые воздействуют на клиента, на человека, ну, такие как, например, чрезмерное употребление алкоголя или, допустим, курение, да, и так далее. И после этого шага уже у нас начнется сама оценка рациона питания. Что это означает? Клиент будет давать информацию основную о том, что он привык есть ежедневно. Мы берем один такой среднестатистический день и далее заполняем вплоть до граммовки, там сколько грамм каши или, не знаю, сколько яиц он съел, какие это были яйца, вкрутую или это жареные и так далее. И результатом анализа является вот такая диаграмма. Мы ее видим сейчас. Опять же, здесь мы видим два параметра. Это норма, норма КЕМ определяется нашим институтом, опять же, питание РАМ, нашим законодательством российским, и факт, да, то есть то, что мы получили согласно ответам нашего клиента. И здесь как раз мы можем посмотреть, каково распределение пищи его в течение дня, все-таки правильно или, ну, не совсем корректно клиент питается. И дальше также у нас есть вот эта вот диаграмма со столбцами, где мы видим количество макроэлементов, микроэлементов. И опять же, здесь мы можем судить о том, каких витаминов, каких минералов не хватает. То есть эта, скажем так, консультация, она является скорее проблематизирующей. Есть ли какие-то недостатки в питании, в здоровье или нет. И, как я уже сказала, это действительно первый шаг к данному направлению.